Французский футбольный болельщик пытался пронести фаер в заднем проходе и воспламенил его. Ужас, конечно. Что там, Сереж, пропал этот по поводу этого? Вот так, такие вещи, когда я читаю, мне даже комментировать их невозможно, потому что это такой из фильма какой-то, из Монти Пайтона. Ну, какая-то вот херня просто такая вот. И кажется, что не может такого быть в жизни. Оказывается, нет, бывает просто. Как-то вот даже... Такой даже Монти Пайтон не увидишь, это в мультиках, какой-то Уолт Дисней, там, кот, этот, Том и Джерри, да, куда-то засунули, там, кому-то в рот, это, кому-то в задницу, фаер, там, подожгли его, ужас, конечно. Ну, в общем-то, там шутка в том, что он даже не смог принести этот фаер на стадион, ну, наверное, к счастью, потому что если бы он еще с горящей жопой по стадиону бегал, было бы еще смешнее, он случайно... Летал бы! Он во время досмотра случайно загорелся, вот, и вы не поверите, три человека получили ожоги, то есть, видимо, кто-то еще пытался его тушить. Ну да. Его еще и оштрафуют за это, кстати говоря, ну, в принципе, логично, то есть, хотя я думаю, что судье надо ему, конечно, амнистировать, потому что он свой, в общем-то, ну, в общем-то, получил уже свое наказание, так что жуткая история. Вывод. По традиции, вывод. Не нужно проносить в заднем проходе фаера.